Всем доброго времени суток. Хочу снять видео по реакции подводного металлоискателя Метис на различные цели. По просьбам подписчиков, их очень интересует реакция металлоискателя на различные цели. Катушка, диаметр 100 мм. Ну, исходя из этого можно судить о дальности. Здесь у нас представлены цели. Гаечка на 3 рубль, ходячка современная, 2 рубля, не металлические, то есть это цвет мед, 5 копеек 91 года, так, серебряная цепочка средняя, серебряная цепочка тоненькая, витая, кольцо золотое, сережка золотая, где-то грамма 2-3, крестик серебряный, ну и медный наконечник, чтобы было всем понятно, все видно. Металлоискатель уже настроен, включен, отстроен, так сказать. Ну что ж, начнем. Начнем, пожалуй, с крестика серебряного. Так, в руках у меня ничего нету. Вот, начнем тест. Было видно. Это специально поставил, чтобы отражался свет от светодиодной шкалы. И чтобы было видно. Так, опять ничего нету. Ничего нету. Пожалуйста. Вот пошла реакция. Это 10 сантиметров. Четкий сигнал уже. Все, начинает срабатывать светодиодная шкала. Так. Дальше что у нас? Колечко золотое. Где-то 11-12 сантиметров уже начинает его цеплять. Так, сережка золотая, тоже смотрим, ее где-то сантиметров 5 начинает уже цеплять, немножко похуже, конечно. Так, наконечник медный. 12 сантиметров, это уже стабильно. Так, цепочка витая, тоненькая. То есть вот на наконечник уже срабатывает. Вот на массив. То есть зацепит такую цепочку точно. Вот покрупнее звенья цепочки. То есть вот он ее уже видит. Среднюю цепочку он отлично видит. Где-то 8 сантиметров где-то. Если в комочек, то побольше. Сантиметров где-то с 10 начинает видеть уже. Так, 5 копеек 91 года. Вот уже 13 сантиметров он ее уже начинает цеплять. 13 сантиметров. Так. 2 рубля. Пожалуйста. 10 сантиметров уверенно. Так, рубль. Пожалуйста. Ну, тут уже 8-9 сантиметров тоже. Все видит. Так, ну и гаечка наша маленькая. Я считаю, что металлоискатель, если ее увидит, то уже это хороший показатель. Где-то 4 сантиметра где-то. Вот. Если что-то интересует, пишите. Может, еще что-нибудь сниму. Всего доброго.